Сегодня мы поздравляем нашего коллегу Артемия Заварзина с новой победой. Банк России подвел итоги конкурса финансовой грамотности и наградил лучших. Наш проект «Бизнес-панорама» – лауреат номинации «Авторская телевизионная программа». Конкурс «Финансовая грамотность населения» проводится среди региональных СМИ. Работы оценивались по 5 номинациям. Всего было подано 306 заявок. География участников и победителей впечатляет. Владивосток, Уфа, Магадан, Красноярск, Нижний Новгород, Белгород, Мурманск. Из Архангельской области победил только телеканал «Регион-29» с программой «Бизнес-панорама» в номинации «Авторская ТВ-программа». Жюри – это редакторы и журналисты федеральных СМИ отметили высокий уровень работ, победителей опору на аналитику и обилие комментариев отраслевых экспертов. Например, в нашей «Бизнес-панораме» экспертом в вопросах финансовой грамотности выступает независимый финансовый консультант Иван Захаров. Его рубрику «Элементарно знают все». Напомню, месяцем ранее автор программы Артемий Заварзин получал награду в Санкт-Петербурге. «Бизнес-панорама» была признана лучшей передачей на тему экономики на конкурсе СМИ «Сезам». Ну что ж, теперь только вперед и к новым, конечно, победам.